Будет. Да нет, ты что? Она примеряется. Вон или, там или просто интересуется, что тут происходит. Да, ей нравится это. Да. Это... Дома, говорит, теперь у меня одежда, да? Я самую дальнюю застегиваю. Потому что кто-то здесь как-то или двигать надо, или... У меня вопрос, эта штука должна свободно сидеть, или... Мне кажется, вперед можно подумать. На среднюю. Средний. На ушки, вот можно на ушки, ушки. Ну ушки. 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 Я точно буду снимать. Гения, они тебе ушки одели. Я понял, почему ты не хотела уши одевать или покупать. Тима, я слов такой, Тима, я понял уши. Она не сходит. Так, у нас за уши такие. Блин, жилого места на пути не останется. Она не то, что тесновато, она из-за того, что здесь остается дырка, вроде бы. Да нет, она как раз ее размеры. Размер-то ее, а вот на груди. Неправильно, что ли? А у нас грудь большая. Нет, не знаю, сейчас вот сдвинули, можно, наверное, еще? Конечно. Потуже сдвинуть. Или она тянется хорошо? Подождите. Тут здесь можно потуже, Алена. Ты чего? Смотри. Нет, может... потуже-то можно, но чтобы она не мешала. И... Так она и не будет мешать или будет. Ты чё, хулиганишь? Ну, смотри, там еще много.